машины передо мной столкнулись. Я не знаю, кто потерял. Подожди, не едь пока. Управление потерял что-то. Блять, подушки сработали. Он прям сбоку поехал. Я не видел. Я видел. Кто поехал на кого? Кто виноват? Вот это виновата. Да, баба. Он так крутанулся. Баба виновата, да? Баба виновата. У тебя этот регистратор висит. Да. Пипец. О боже. Ой-ой-ой. Уехал, да? Ну, Рома, навигатор еще.
Гаранжи в ржавых скважин, спальный район, гонор и детский тон. Усвоив урок, он понял, что этот мир огромный детский дом. Заставь их очутиться в твоей шкуре, заберись. Снимай. Бля, не сначала начал. Мусоря уже едут! Друг, уже! Ты что, боец сильный, да? Не, ну ты боец! Боец! Он боец! Да дело не в этом! Да тебя сейчас закрепят, уже сиди, жди! Жди! Вы что сняли? Вызывай мусоров, что сняли? Бля, да надо его метели сразу, козла было, бля. Через 1.4 километра. Не бу-бу, а давай по-нормальному. Можно, пожалуйста, ваше водительское посвящение? Нельзя. Предъявить, пожалуйста. Дальше ты забыл что-то сказать еще. Я представился, молодший сержант дороговой. Причина остановочки. Дальше. Поехали, все по процедуре. Вызывание Александровского района. Ты что, хирург что ли? Ну скалкутаясь, баска нормально. А? Скалкутаясь нормально. Хирург? Да. Скальпель есть? Противник милиции. Який ты противник милиции? Я представился. Причина остановки – суть совершенно правонарушения. Я говорю, это просевание Александровского района. В чем она заключается? В чем она заключается? Да. Хорошо, автостоянка. Почему останавливаете транспортные средства с нарушением правил дорожного движения? Почему вы остановили контейнеровоз на перекрестке? Иди сюда, я тебя не отпускал еще. Я не отпускал тебя, сержант, блядь. Через 1 километр в сторону.